На прошлой неделе в нашем городе стали появляться новенькие детские площадки. Что думают по этому поводу жители Александрова? Мы спросили у них на улице. Положительно, конечно, относимся. Детям хоть и где поиграть. А молодежь не будет вам мешать? Молодежь не знает. Молодежь тут не очень много. Положительно, конечно. А вот ребенок везде лазит. Здорово. А сами да будете пользоваться? Сидим так в дворе вечером. Ага. Пиво пьете? Нет. Отлично. А чего сидите, что делаете? Ну, разговариваем там. Понятно. А я вижу, вы здесь футбол играете. Не хотели бы, чтобы вам здесь футбольную какую-нибудь площадку сделали? Хотя бы ворота. Хотели бы. Вам же, наверное, это да, интереснее. Да, мы играем тоже. Положительно. Отлично. А вот некоторые бабушки возмущаются. Говорят, что будут сидеть подростки, на них не надо нам никаких площадок. Ну нет, нет, да. В любом случае да. Сидят. Но... Посидеть-то ладно, главное, чтобы они не ломали все это. Мы тоже сломали, лавочки у песочницы тоже сломали. Вряд ли это маленькие дети или их родители, которые здесь сидят и гуляют. Так-то все равно они будут сидеть. У нас установили новую площадку не всю. Вот нам Савлов обещал еще вот здесь поставить, чтобы дети не играли. Это не футбольная площадка, они нам бьют по головам. А и... мне один раз осветили вот прямо вот сюда. Вот, вот здесь. Он до сих пор забыл. Он только помнит тогда любой депутат, когда их выбирает. Права я? А сейчас забыли. Ну для чего в одну кучу было поставить здесь жилой дом? Чуть стекла не попали. Надо. Это разве дело?